хочу. Пожалуйста. Да тут слишком дохуя претендентов, А, блядь. рвичи головы, Кастиэль, царь, шерпиступ, пан, Эминар, это Ну классно. там А у пана будет второй кусок. по-любому Джованни забирает. А у У панов пана второй. будет второй кусок. А у А у Джованни меня что, ни будет одного? сразу Вроде. четвертый. Не Джованни спойлеры. вроде один кусок есть, нет? Джованни, насколько я знаю, говорил ноль. Понятно. А Джованни все равно у него даже двух кусков, наверное, Т4 нету, так что ему профит от У двух меня есть этих. Да. четыре. Шерпестул, не вижу обмена. На что? На воронку. Что привело тебя сюда? Я Причем ворон. внутри. Мойс выиграл Котлас, если что. Да? Котлас выигрывает ремень упавшей звезды. Я стою, дупляю, что я заролил там. А он выиграл рецепт. Да. Шерпестул. Котлас, а дым рецепт. А я уже изучил. Тут не кихать, а с рейда. Все, реснули все. Последнего, поехали. Ну, дальше. Морфис придет, ресни. Чего? Станы, диспел. А все кончено, мобов больше нет? Не, изёвые остались. Отлично. Диспел. Ну, слабые помирают, сильные остаются. А еще если мы выведем из огненного ливня, будет вообще замечательно. Порезали народ. Ладно, буду бегать в Т4, нахуй. А чё ты? Ебал нахуй эти Т5, блядь. Так же к ШМ, да? Да блин, к этим Т5 надо как-то готовиться. А тренинг говно нахуй. А тренинг говно. Нахилили рейд. В ГБ. Он тоже побольше стоит. Блять, тяжело, два данжа идти, пипец. Учитывая, что да, уже 4 утра. А спроти не жирно два знака или дари выраливать за раз? Так они по одному падают. Ну, Джованни две воронки провел. Да, блин, я вижу, кто у нас это в детстве какашек много кушал. Фу, царь, кинь с протона. Я вам всю свою удачу на какого-то питомца просрал. Которого продать не можешь. Да. Зачем он мне не знает? Царь, это брюль.
Когда Брюль? Не знаю, когда-нибудь. Когда у тебя ДПС за ШПшника вырастет, тогда и я Брюль выбью. То есть никогда. Так, сейчас, секунду, тебя замучу в Дискорде. Вот так вот, да? Я его, получается, с уважением к нему, почтением, а он таким... С уважением, почтением, Шарпи, ты на мусорке, охуенное почтение. Так в смысле? Что, он соврал тебе, что ли, на? Ох, Вороночка. Смотри, смотри, кто сролит, тот пидор. Диспел. Так, ну-ка. Зачем вы ролите, если все равно ГБ улет? Все хотят пидорами стать. Смотри, пошел нахрен, сам ты пидор. Я как бы не сомневался. Ваня, я хз, как ты это делаешь на третью воронку подряд за последние две недели, я хз. Ой. Скинь читы нахуй мне, ПМ, блядь. Продам. Скиньте мне, блядь, Т5. Был. Че у вас там, трэш? Последний будет, сейчас суманем. Бля, я уже спички в глаза вставил, это просто жесть. Раньше мне вообще кайфово. Каратреса убить, нахуй, а теперь, блядь, два инста за раз закрываем. Чё ты хочешь, блядь, заебал? Да. Вечно недовольная херня, ой, микстур. Бэм. А за воронку, значит, ты не говорил в ГБ, да, блядь? Он сказал. А, не услышал. Извиняюсь. Ваня, чё, давай с пекой, я один буду танковать, да и все. Да, сомалийский, в ДД. Малик из ДД, все нормально. Тоже с 4 хила справятся, да? Должны справиться. Так. По тактике, соответственно, бьем босса в центр. Будет вешаться дебаф, где в том какой-то хуйне. Вам надо выбежать с рейда. Вас через некоторое время подкидывают вверх. Если вы будете вблизи с другими игроками, вы также подкинете их вверх, как вас самих от этого дебафа. Вы приземлитесь нормально, остальные просто умрут от падения. Бузер обмен медвея. Дальше. Соответственно, как его... Босс будет по истечению времени... нет, спрот не нужен. ДД фласки. Какого? По истечению времени будет босс исчезать, появляться три столба света. С этих трех столбов света будет валиться трэш. Соответственно, две волны. Первый маленький трэш, примерно такой, который мы били сейчас по бокам, мы его уешим. После вторая волна выходит с одного портала босса, из других... Будет выходить два моба, которые будут отхиливать, будут, точнее, кастовать хилокосты, хилки. Соответственно, если косты не сбить, как босс отхилит одна хилка на 10%. Далее, Дим, будешь брать одного в череп, соответственно, как ставить меточку. Другого Виби старайся контролить. Аспер, Виби, без разницы. Они в прошлый раз хорошо контролили один вас... одного, другой другого. С вас контроль. Соответственно, каст хиловский можно пить контролем. Овцой, фиром, таном, салом. Но, как его, простым, там, к примеру, пинок или что-нибудь в этом роде, он не сбивается. Здесь рыба у вас стоит. Чек на готовность. А, далее. На 15% хп босс превратится в большого слизняка. Будет кидать на рандомного человека фир. Соответственно, больше коста на выбегание из рейда не... Чек на готовность. ДД. Биби, лопасос. А чё, Лиса спать ушла или чё? Или да. Его? Спать ушла. Почему ей не дали 500 гп за лифт с рейда? Да, уходит в одно и то же время, потому что и в школу в одно и то же время.
Да. Оно всегда уходит в 23.30. Все всегда. Готовы. Отчет на пол. Ох, чулан, следит как за ней, а? Куколд. Лишний фулт убрали. После, да. Тём, тут же ж не забывай, Геру 100 раз давать нужно. Геру. Пан. Вылези, вылези! Лопасос. Наполни экстурку. Конечно. Под череп играем. Через череп играем. Турбо забери. Костель. Вышел. Следующему жрецу, по-моему, бам играем. Лопасос. А я так понял, на мейн танков не кидают. Да? Нет. То, что я его в танке в прошлый раз был, но меня кидал. Повешу. Зачем? Ну, вот это не надо делать. Это не я. Есть там один элем. По черепу играем. Кас! Костель вышел. Следующего. Иди. По мобу. Шредер вышел. Дохрена мобов, вообще серега четко работает. По черепу играем. Сомалийский вышел. Следующий. Костель вышел.
по черепам. Пан, о, еще заебал. Моба, подведите. Эйби, подведи под боссом. Следующий уже это мастер вышел. Калерей вышел быстро. Надо бы успеть потом. Стиль, спой на ману. Пока нет этого. Блять, без метки. Без метки играем. На рикет вышел. Раз потом на ману как уйдут. Я давал уже. Царь вышел. Че, голова есть гимноману? Ой. Нет, не диско. Вытяни. Играем. Катлас вышел. Тяжкий. Арчи звонит. Тяжкий нет. Катлас, притяни. Кого? Арчи выйдет. Арчи выйдет. Все, его кикнул, его кикнул. Я говорю, вылетел. Димку прохил. Сурку. Моба, бейте. Бьем моба, быстро. Все по мобу. Салата. Три хила идете. Микстурку прохил, по-жесткому. Что, он есть мана? Царь, да ладно, ладно. Не-не-не, узеру ману. Пью. Ой, пою. По черепу играем, Морфис вышел. Морфис вышел. Секунду, кому? Тяни. Бузер, наверное. Шреддер вышел. Отлас вышел. Геру давать после столбов? На второй фазе. На второй фазе дальше. Я скажу, как ты. Повешу.
Без метки. Маликет вышел. По черепу играем. Череп доливали, надолели быстро. Агро набери. Дим, агро. Император Шаман, отлично. Геру, давай сразу. Сразу Геру. Блин. Батя, я прожим подал, смотрите. Сбрось. Царь. Царёва не отсадил. Сбросил. Микстурку прохил. Бузер без маны. Гимн на ману есть, пойте. Это КД у меня. Едва я прохил. Что, ты снял что ли? Маликет божественную защиту юзай, иначе еще сдохнешь. Сафир солнечный. Какатриня. Саджира как раз хотел эти штаны. Штаны. Посох прикольный. Так. Все. Артемий, всем спасибо. Дай порт. Турбоч, поставь порт, пожалуйста. Оба на третий спек, да, на третий. Ты про Триню? Триню неплохая. Косо. Но на шипы под Т5 вряд ли адекватно зайдет. А нормально зайдет на такие спеки, как Афлилок. Не знаю, там Демон. Ну, только не Бафер. Нормально зайдет... На кого так еще? Это же на хила, куда 770? На Аркан-мага, на Фрост-мага неплохо зайдет. За 10% уже. Тринька. Да вы, блять, определитесь, какой у вас нахуй мейн-спек, вы, сука, заебали уже. Так я уже нажал офф-спек. Говно на Элема, говно. А там офф-спек было нажато. У тебя стоят две топ-трини. Можешь взять это вместо с Джайны, но тогда ты хосту потеряешь просто в говно. На тринику только я вижу, блядь, шарпистол и бузер, блядь. Бузер нажал как мейнспектор. Она мне не идет, она хостовая, мне хоста не нужна, остальным хз. Я не знаю, почему Наспер ее не берет, Виби не берет, вот они думают, вот Виби думает, что она на Африка не заходит, а на Африка топовская вообще. Бля, а если ты рядом, у вас там КД работает, ну или что там, суммируется? Аспер, господи, боже мой, Аспер ходит с говном с Каражана и не берет эту триню. Это просто что-то. Мидвей, я себе с ним ГП, 77 накинул. Ой, Аспер, дурачок. Все, конечно. Да. Нормально. Тяжело, ну, тяжело. Всем спасибо, всем отдыхать. Спасибо, до свидания. Угу. До свидания. Угу. Все, а, погоди, спасибо. Нихуя, не 77. А сколько? Линкани мне. Еще раз ее брал, то ли бычья голова, то ли еще кто-то там. Дали то ли за 10%, был мастер, кажется, релил.
дали ее, ну там, потому что хилу и так далее, очень дешево. Не, ну типа если... Вы чё, гоните? Да, это не за эту трейду. Это не та трейда, ты шо? Про посох говорю. Было. А, про посох. А. Про посох говорю, там что-то было такое про посох, что он очень дешево дали ну, на хила. Чем, какой 155? Это топовая триня. Ой, лол. Да, блять, это не какая триня, триня? На... за посох. Да, триня мне фулло дали. Царя, блядь, свиньи из рта там текут, блядь. Ой, какой... Стой, погоди, Мидвей, погоди. Я нажал офспек в табличке. Если офспек, то 778. Я тебе сейчас 778, этот, ГП, хочешь? Не, я офспек. Просто спрашиваю, почему так, что это зло такое. Ну вот, 10%, смотри. А типа 10% от мейна идет? Да. Да, это мейн посох, блядь. Все, тогда понял. Чё тут набросились, все сразу. Ну чё, дисконт?